Адвент-календари, на мой взгляд, просто взорвали российский рынок, что онлайна, что офлайна, вот буквально в 2021 году. Еще в 2020 году этот формат не был настолько популярен, в каких-то офлайновых магазинах не было очень много этих календарей. А сейчас все пространство просто заполнено либо детскими адвент-календарями, какие-то «откройте окошечки и достаньте, ну, подарки». Это традиционная история. Откройте окошечки, возьмите какие-то задания, сделайте с помощью адвент-календаря некий квест, либо для ребенка, либо для корпоратива. Очень такой распространенный формат. И онлайн-адвенты стали очень популярным форматом. Что случилось, где что прорвало в 2021 году в отношении этого формата, я не очень знаю. Но вот хотела посмотреть не только на какие-то привычные и традиционные способы воплощения этого формата, где вот поздравления с Новым годом и какие-то подарки, какие-то приятные ссылочки. Но этот формат можно использовать и даже вот в таком серьезном издании, как журнал The Economist. Вроде бы где Economist, да, и где адвент-календари. А нет, вот в разные, вот там и в 2011 году, и в 2012, и в 2013, и после этого на страницах этого портала вот представляется такой адвент-календарь, где клик на каждый элемент – это выход на публикацию, которая была в этом году. Яркие, интересные публикации, значимые, то, что достойно обсуждения, достойно воспоминаний. Вот таким образом вы можете дополнительно привлечь внимание к публикациям на вашем сайте, да, то есть такая подборка, витрина в виде адвент-календаря. Может быть, если вы это делаете в зимой, вы можете это оформлять в зимнем дизайне, но ничего не мешает, раз уж формат пошел в народ, ничего не мешает его сделать весенним, летним, осенним, тем самым испортив вообще весь принцип и саму основу адвент-календаря как предрождественского действия. По сути, это такая витрина с окошками, которые либо открываются по очереди, либо пользователь может сам открыть их в любом порядке. Вот таким образом можно организовать контент, структурировать контент и подать его таким переупакованным своей аудитории.